Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 июля. Преподобный Никодим Кожеизерский, в миру Никита. Родился в селе Иванькове, близ Ростова, в семье крестьянина. Еще в молодости, работая с отцом в поле, он услышал слова «Никодим! Никодим!», предвещавшее ему будущее иночество. После смерти родителей он выучился кузнечному мастерству в Ярославле и пришел в Москву. Как-то, проходя кулишки, Никита остановился у хижины юродива Илии, который, увидев его, закричал: «Хузюкский пустынник пришел!» Эти слова сильно поразили Никиту, и он принял их как призвание к монашеской жизни. Продав, что имел, он пришел к архимандриту чудового монастыря Пафнутию, прося принять его в число братьев. В том монастыре он принял постриг с именем Никодим. 11 лет преподобный был примером для братьев монастыря в смирении, послушании, нестяжательстве и братолюбии. В 1602 году игумен монастыря Пафнутий был поставлен митрополитом царским и взял с собой Никодима. Но угодник Божий искал жизни уединенной и подвижнической. Спустя год преподобный по благословению владыки отправился на север и поступил сначала в общежительную Кожеизерскую обитель, в которой прожил полтора года. Желание безмолвия привело его на речку Хузьюгу, в 5 верстах от Кожеизерского монастыря. Там он поставил себе в лесной чаще небольшую келью и прожил в ней безвыходно 35 лет, подражая преподобному Павлу Фивейскому. В полной тишине, вдали от мира, совершал святой строгое молитвенное правило за мир. Он делился с братьями обители плодами своих трудов, так же, как и рыбой, которую любил ловить на удочку. Дикие олени без тревоги ходили и кормились около пустынника. Ночь преподобный Никодим проводил в молитве и только изредка позволял себе дремать сидя. Суровыми подвигами он достиг высоких духовных дарований, стяжал дар слез и непрерывной молитвы. Бог наградил его благодатной прозорливостью и силой исцеления болезней. Однажды святому Никодиму явились два светоносных мужа, святитель Алексей, митрополит Московский, и преподобный Дионисий, архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в ангельских одеждах. Они возвестили преподобному о времени его отшествия ко Господу, которое совершилось через 40 дней, 3 июля 1640 года. Мощи преподобного Никодима покоились под спудом в Богоявленской церкви Кожеизерской обители. Житие святого написал его ученик иеромонах Иаков. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.